В 2023 году предпринимателям Верхневолжья предоставлено 400 льготных займов и 161 поручительство. Таковы данные Фонда содействия предпринимательству Тверской области, где отмечают, что суммарный объем поддержки малого и среднего бизнеса региона со стороны превысил 3 миллиарда рублей. Эта тверская фирма листовой и металлообработки работает в Верхневолжье уже 10 лет. Когда-то, начиная как совсем небольшое производство, она выросла в солидное предприятие, контрагентами которого являются крупнейшие компании, в том числе и федерального уровня. Залог успешного сотрудничества – качественная продукция. А значит, нужно постоянно обновлять станочный парк. С самого начала им помогает в этом деле региональный фонд содействия предпринимательству. За это время мы реализовали много инвестиционных проектов совместно, благодаря которым мы приобрели высокоточное оборудование, такие как лазерные раскройщики, в частности «Трумф», гибочные станки, что позволило нам нарастить наши мощности и получить новые конкурентные преимущества. Самое последнее приобретение – еще один станок лазерной раскройки. Удовольствие не из дешевых. Собственных финансовых ресурсов у предприятия не хватало. В этом вопросе снова помог Фонд содействия предпринимательству, где предложили займ, а кроме того, оптимальные условия по процентной ставке. Вот этот станок является как раз тем самым последним приобретением предприятия, его гордостью. Пока он не работает, не надо смущаться, здесь в самом разгаре пусконаладочной работы, то есть его собирают. Но уже всего лишь через 2 недели он заработает на полную мощность, в 4 раза больше производительность будет его, чем тех других станков. И он будет еще, кроме того, резать, как говорят здесь, толщины, то есть листы металла большей толщины. Это, собственно говоря, главных 2 фактора, из-за чего его приобрели: большая производительность и большая мощность. Всего в 2023 году предпринимателям Верхневолжья предоставлено 400 льготных займов и 161 поручительство на сумму 905 миллионов 600 тысяч рублей. Это позволило бизнесу привлечь более 2,5 миллиардов рублей кредитных средств в коммерческих банках. Общий объем выданных фондом льготных займов достиг 880 миллионов 700 тысяч рублей. Таким образом, совокупный объем поддержки в минувшем году превысил сумму в 3 миллиарда 200 миллионов. Это поддержка туристической отрасли. Для приоритетных видов деятельности это производство, сельское хозяйство. Для самозанятых у нас есть продукты, то есть для физических лиц, которые применяют специальный налоговый режим, налог на профессиональный доход. Есть продукты для социально ориентированных предпринимателей. Они также могут пользоваться нашими мерами поддержки. Напомним, что фонд содействия предпринимательству Тверской области был создан 15 лет назад. Сейчас он действует в структуре центра «Мой бизнес». За время работы поддержку получили более 2400 субъектов. Ее суммарный объем превысил 18 миллиардов 200 миллионов рублей.